Всем привет! С вами снова Влад Гриф, и сегодня у нас на обзоре вот такая интересная стеганая короткая курточка от бренда Sippy Company. Данная куртка, честно скажу, не знаю каких коллекций. Я думаю, что где-то года 15-14. Это у нас нейлон полиамидом по материалам. В общем, данная куртка у нас не обладает здесь присущими Sippy Company линзами, что, в принципе, на мой взгляд, ее и не обесценивает. Ну что ж, перейдем к деталям. А детали здесь таковы. Куртка имеет у нас два боковых кармана на клепочках, фурнитура Sippy Company. Также у нас имеются грудные карманы. Также они на клепочках. Вот так интересно они сделаны. А рукава у нас простеганы в области локтевого сустава. Вот такая интересная прострочка. И также имеется отделение в виде кармана. Манжеты у нас текстиль. Фурнитура молния UKK. Вот так у нас она выглядит внутри. Куртка имеет у нас достаточно высокий воротник, причем он двойной. Есть еще у нас дополнительный ворот для того, чтобы более плотно фиксировать на теле. Также есть у нас вот такой вот фиксатор на клепочках в двух положениях. Можно маневрировать степень затяжки горловины. Касаемо размерной сетки. Это у нас размер. Размер у нас здесь 48, что соответствует М-ке. Ну и в принципе, наверное, это прям полноценный М на самом-то деле. Данную куртку я брал на eBay в Британии у Джессики. Джессика, thank you. В общем, вот такой интересный крой, фасон. Весна, осень, милое дело. Я сам не хожу уже несколько недель. Ну, единственное, мне, конечно, немножко большевато, не по моей фигуре. Поэтому пока не знаю, что с ней делать дальше, но ношу и радуюсь. В общем, вот такая курточка, вот такой вот обзор. Спасибо вам, как всегда, за лайки, комментарии, за подписки. Всем добра, всем хорошего настроения.